Как я давно хотела эту швабру. Она у меня была в отложенных, наверное, год. Я все время на нее смотрела, читала отзывы, а насколько она хороша, как она будет мыть. И это не швабра, это оказалось просто великолепие. И да, мне эту швабру подарила моя подруга на новоселье. И сейчас у меня постоянный порядок. Мне не нужно возиться с этими ведрами. Моя жизнь настолько облегчилась, что я даже себе не представляла, что такое возможно. Да-да, облегчилась. А как часто мы откладываем на потом? Как часто мы откладываем феерию чего-то другого? Как часто мы не замечаем каких-то вещей, которые стоят рядом с нами? Как часто мы все время спрашиваем у кого-то, а будет ли это хорошо? А получится ли это у меня? А нужно ли это будет мне? И все время боимся что-то попробовать. А ведь так просто. Просто нужно взять и сделать. Взять и сделать.